Байкар живет. Но Нави потратили почти все. Ну там просто во время кулдауна, и когда игрокоптер бьет своими этими фиговинами, отрубается ульт кентавра, и он никого не коцает. Всем плевать. Ну все, это, по-моему, конец. Как без генерала, непонятно. Дэнди проказ выдает, полетел метеоритом, Хюрикен Пайк. Ливер очень плохо. Соло. Т4 просто взрывается, не могут его убить даже МТ4. Просто бессмертный. И Кримсон Гвард может сейчас нажать, чтобы наверняка. Кримсон Гвард нажимается, мега грибы, Пайкат погибает, байбеки пошли. До конца играет Нави, но до конца уже, говорят, не получится. Рамзес идет буквально под фонтан. Да, можно, почему нет? Под фонтанчик. Рамзес, Аегис. Good game, well played. Победа команды Virtus.pro. Virtus.pro заканчивает игровой день со счетом 4-0. Вроде как. И еще Рэмпыч от нового. Ну вот так вот.